В Белоярске вернулся большой хоккей. После долгого перерыва на льду встретились команды Белоярского и Октябрьского районов. В дни проведения встреч на трибунах было многолюдно. В числе ярых болельщиков хоккея – традиционный глава Белоярского района Сергей Маненков. Мы знаем, что большой хоккей в Югру привел Белоярский район. Это действительно было так. Наверное, все ветераны помнят, когда играли в первой лиге. И очень здорово, что инициативу Белоярского района поддержала еще три команды. И вот сегодня стартовал кубок, открытый кубок Белоярского района по хоккею. Первая команда приехали наши соседи, Октябрьский район. Очень здорово. Я думаю, что не принципиально, кто выиграет, кто победит. Это пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, самый главный показатель. И в любом случае, количество зрителей говорит о том, что белоярцы соскучились о большом хоккее. Поэтому я рад, что большой хоккей вернулся в Белоярский. Максим Козлов – капитан команды сборной Октябрьского района, он же голкипер. На льду с 6 лет. Сейчас ему 41. А хоккей знает, если не все, то многое. Полевые игроки выходят на 30-40-секундную смену. Голкиперам же приходится постоянно находиться в тонусе и сохранять концентрацию. Каждая ошибка может стать роковой и обернуться потерей важнейших очков. Ничего не будем загадывать, это игра, это хоккей, как сложится, неизвестно. Впечатление обалденное, конечно, это хоккей. Встреча проходила с преимуществом хозяев, которые открыли счет и не упускали свое лидерство вплоть до финального сигнала. По 5 шайб в ворота соперников забили белоярцы Максим Синдемиров и Александр Хамляк. 4 шайбы Эдуард Симонов и 3 шайбы Руслан Сингатулов. Гости встречи старались отыграться. Несколько атак проходили на стороне белоярцев. Правда, ответить гостям корта октябрьцы смогли только 2 забитыми шайбами в первой встрече. Но на настроении игроков это не сказалось. Всем советую увлекаться хоккеем с шайбой. Настоящий мужской вид спорта. По итогам проведенных 2 встреч практически в сухую, со счетом 19-2 и 20-0, победила сборная команда Белоярского района. Кермену Таджиева, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.